осуществили остановку по улице Шольца, а также по Октябрьскому мосту в период времени в 11.30 и 12.30, а также находились на проезжей части. Что можете пояснить по данному по поводу, как произошло это? Рады были. Остановились, что пацаны, молодежь выскочила, начала веселиться, плясать, поздравлять жениха. Ну, вы сознаете, что делать больше не надо, потому что будьте привлечены к административной ответственности по статье 12.12.4 Кодекса административных правонарушений и по статье 12.29 часть 1. По первому факту сумма штрафа будет наложена 2000 рублей, по второму факту сумма штрафа будет наложена 500 рублей. Потом вы поехали на Октябрьский мост. И там потом что произошло? На Октябрьском мосту просто остановило движение, я ставлю. Движение сколько впереди шли машины? Запуск сигнала, да, все? 17. И еще остановилась машина, и вы остановили ее. Дальше потом что-то пассажиры ваши вышли. Впереди меня там один какой-то стоит. За каким автомобилем примерно ехали? За прошлый я. За коричневым, да? Или за черным? За коричневым. И? Все, остановились, все стоят. Никто не понял. Все вышли, я в машине сидел. Потом тронулись дальше, поехали. У нас парни остановились, сказали, что не за остановку выписали протокол, и за заклеенные номера мы спустились на Татышев. Сняли наклейки, все, и поехали. Ну, это национальный порыв, нет. Это национальный порыв. Что тут сказать, так все понятно. Всем нам было весело. Свадьба, слава Богу.